Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела вам показать вот такое вот платье, которое мы заказали ребенку на Новый год на Алиэкспрессе. Платье стоит что-то в районе $10, по-моему, даже и 10 не стоит, очень недорогое, но на один раз в садик на Новый год очень замечательный вариант. Единственный момент, что на фотографии корсет немножко смотрелся поинтереснее. Я думала, что он будет сидеть на ребенке по-другому, но оказалось не совсем так. Спереди у нас красивый бант, если вы видите, красивые бусинки. На самом корсете тоже такая бижутерия. Юбка светится с блесточками. Естественно, они все осыпятся-то однозначно. И сзади вот на таком замочке с поясом. То есть можно отрегулировать талию. Единственный момент, который надо подумать и продумать, это что одеть поверх корсета. Либо какую-то балерошку, либо... надо кофточку какую-нибудь, в сеточку, что-нибудь вот с такого материала. Но это мы еще будем думать. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать и рассказать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.